стали играть в догонялки с зарплатой? Догоним! Отличные наличные, займы до зарплаты. У семьи Устюжаниных сегодня долгожданное событие. После многолетнего ожидания они наконец-то получили ключи от новой двухкомнатной квартиры. Ну, ждали мы, конечно, долго. Мы очень довольны, очень рады и очень благодарны, что мы получили эту квартиру. Сегодня в домах по улице Дружба 26, 28 и 30, а также, как и семья Устюжаниных, ключи от новых квартир получили 85 новоселов. На событие прибыл и глава Тувы Шалбанкараол. За весь период реализации этой программы мы почти, ну вот уже получается, 2600 человек переселили, и это особая радость. Конечно, мы хотим, чтобы вы берегли свой дом, старались его приумножать, лучше делать. Вы, пожалуйста, берегите, не давайте никому разбивать, никому портить ваш дом. Радыш Козылол также в числе счастливых обладателей новых квадратных метров. Радуется, что долгое 12-летнее ожидание наконец-то закончилось. Впереди у молодого человека только новые планы. Получил новую квартиру, чем очень рад. В семье двое. Ну, а потом на пополнение, думаю, планируем. Дальше больше. Многоквартирные пятиэтажные дома построены в рамках республиканской программы по переселению из аварийного жилья. Всего на строительство домов было выделено около 110 миллионов рублей по системе софинансирования с государственной корпорацией Фонда содействия реформированию ЖКХ. Глава Тувы Шалбанкараол предложил ввести мораторий на раздачу земель вокруг Кызыла. Об этом он заявил на встрече с претендентами на пост заместителя мэра республиканской столицы, а позже повторил на аппаратном совещании в правительстве Тувы. В ходе разговора с кандидатами Шалбанкараол подчеркнул, что Кызылу нужно избавляться от печного отопления, а городу требуется комплексная застройка, где предпочтение должно отдаваться не коттеджному, а многоэтажному строительству. Также глава Тувы специально обратился к новому мэру Кызыла Кариму Саганолу с предложением приостановить коттеджное строительство вокруг столицы, ведя, по сути, мораторий на выдачу разрешения на частное строительство. Так, прежде всего, мэрия города должна прекратить практику распространения печного отопления и раздачи земельных участков, инициируя появление многоэтажных застроек. Иного выхода из сложившейся ситуации у нас нет, отметил Шалбанкараол. Накануне в Кызыле отметили Всероссийский день призывника. Так, Центр русской культуры распахнул свои двери для 15 новобранцев, их родителей и друзей. Юноши призывались из разных уголков Тувы в Западный военный округ на службу военно-морской флот. Действительно, состоялись торжественные проводы. Для ребят выступили творческие коллективы Кызыла. Также с напутственными словами к новобранцам выступили представители правительства Тувы и Верховного Хурала. Стоит отметить, что с начала осенней призывной кампании в разные военные округа страны уехали 134 юноши из республики. Больше всего, а именно 66 человек, попали в сухопутные войска. Власти Тувы дополнили перечень гарантий для инвалидов обязанностью работодателя оборудовать специально рабочие места, адаптированные под индивидуальные особенности, а именно утвердила порядок установления минимального количества таких мест для предприятий и организаций. В документе, разработанном Минтруда региона, говорится, что они будут создаваться в пределах квот на трудоустройство инвалидов, определенных властями республики ранее. Авторы документа пояснили, чем различаются квотированные и специальные рабочие места для инвалидов. Квота предполагает минимальное количество рабочих мест для граждан с ограниченными возможностями здоровья, которых работодатель обязан трудоустроить у себя. В Туве квота установлена региональным законом. Согласно ему, каждое предприятие, организация или учреждение обязано выделять для инвалидов не менее 3% рабочих мест, без учета должностей и условий труда, на которых отнесены к вредным и опасным. В настоящее время в 283 организациях республики для трудоустройства инвалидов имеется квота на 1183 рабочих места. На квотированных рабочих местах работают 951 человек, что составляет 80% от общей численности зарезервированных для инвалидов мест. Теперь власти республики требуют от работодателей, чтобы внутри данной квоты для инвалидов были созданы специальные рабочие места. Ими считаются рабочие места, на которых основное вспомогательное оборудование соответствует возможностям конкретного инвалида.
Бывший мэр Кызыла стал генеральным директором АО «ТВЭнергосбыт». Так, Владислав Ховалых решением совета директоров компании занял новую руководящую должность. Представил коллективу нового генерального директора Алексей Раков, председатель совета директоров АО «ТВЭнергосбыт». Напомним, что Владислав Ховалых родился 24 декабря 1967 года в селе Тели Байтагинского района. Трудовую деятельность начал специалистом в госком имуществе республики, а последние 10 лет с 2008 года по ноябрь 2018 занимал должность мэра Кызыла. Футбольные монеты и банкноты взамен мелочи. С таким предложением жителям Тувы вышли банки региона. Так, с 19 по 24 ноября в банках республики можно обменять содержимое копилок на купюры, в том числе на памятные банкноты и монеты Банка России, посвященные чемпионату мира по футболу 2018. 5 банков из 6 действующих на территории Тувы отменили комиссию за обмен монет. Высокую себестоимость производства монет должна компенсировать продолжительность их оборота до 20-25 лет. Ежегодно Банк России выпускает в обращение новые партии монет, но лишь малая их часть возвращается обратно в кассы банков. Остальная оседает в кошельках и копилках населения. К примеру, в Туве с января по сентябрь 2018 года было выпущено в обращение монеты на сумму 7 400 000 рублей, а обратно в кассу отделения возвратилось почти в 7 раз меньше – 1 100 000 рублей. Условия, на которых проводит акцию, каждый участник необходимо уточнить непосредственно в банке. Отличаются время работы офисов, адреса, где можно будет получить памятные монеты и купюры, а также количество и номинал монет, которые нужно сдать, чтобы получить сувениры и футбольные деньги. И о курсах валют. Доллар стоит 67 рублей 38 копеек, евро 76 рублей 37 копеек. Кызыл, встречай! Гиббоны, лемуры, мартышки, а также туканы и большие попугаи Ара ждут вас на выставке «Мир обезьян и попугаев» в Национальном музее. Для любимого смартфона только оригинал. Сервисный центр «Просто» – это оригинальные аксессуары по удивительно низким ценам. Качественный ремонт смартфонов и ноутбуков. Кочетова, 49, второй этаж, первый павильон. Компания «Вятский меходелка» вновь в Кызыле. Покупай шубу и участвуй в розыгрыше немецкого автомобиля. Рассрочка до 3 лет без переплаты. С 13 по 19 ноября в ЦУМе. В Кызыле выявлено зараженное мясо медвежатины. Так, в конце октября этого года при проведении микроскопического исследования в Тувинской ветеринарной лаборатории пробы медвежатины, добытого на территории села Шевелык Пихемского района, обнаружены личинки трихинелл, смертельно опасного заболевания, которое вызывают паразитические черви, трихинеллы. Самки червей откладывают яйца в мышечную ткань млекопитающего, разрушая ее. А зараженность мышц с личинками может достигать 15 тысяч на килограмм ткани. Зараженное мясо медвежатины принесли охотники, которые решили перестраховаться. Предосторожность в буквальном смысле слова спасла охотников от заражения этим опасным заболеванием. В настоящий момент туша медведя изъята и утилизирована. Утилизация проведена путем сжигания в крематории Тувинской ветеринарной лаборатории. По ветеринарно-санитарному законодательству обязательной экспертизе подлежат туши кабанов, медведей, барсуков. Защитить себя и свою семью от страшного заражения несложно. Достаточно потратить всего полчаса на то, чтобы в лаборатории проверили тушу убитого животного. А вот мнение, что долгая термическая обработка погубит все личинки трихинеллеза, неверно. Журнал National Geographic Traveler включил Туву в тройку российских регионов, наиболее востребованных в этническом туризме. Издание с июня по октябрь 2018 года проводило голосование за лучшие туристические направления среди самых популярных видов отдыха. Онлайн-голосование проводилось в 25 основных номинациях. По итогам голосования из 6 выдвинутых российских регионов Тува заняла 3-е место. По итогам голосования с 6 выдвинутых российских регионов Тува заняла 3-е место в номинации «Российский этнический отдых». За нее отдали свои голоса 15% интернет-пользователей, выбиравших лучшие туристические направления России на сайте netgeo.ru. На первом месте в этой номинации оказалась Республика Хакасия, на втором – Республика Бурятия. Всего на сайте по всем номинациям было отдано около 300 тысяч голосов. Голосование National Geographic Traveler Awards за лучшие туристические направления года проводится уже 8-й раз и позволяет ежегодно выявлять топовые места для отдыха, привычные каждому, открывая новые туристические горизонты.
Сегодня, 14 ноября, в магазине «Мебельный Райт» состоялось открытие новой фирменной секции от фабрики бренда «Интердизайн», на котором представлен большой ассортимент разнообразной мебели и других приятных мелочей для дома. Решили обновить дизайн своего дома, создать кухню в стиле минимализм или оформить спальню в стиле шеби-шик? Не ломайте голову, где найти и нужную мебель, и как правильно расставить акценты. Сегодня мы поделимся с вами советом, где в нашем городе можно вдохновиться готовыми интерьерными решениями, посмотреть, пощупать и даже, возможно, что-то для себя приобрести. Идеальный формат интерьерного центра, который наглядно показывает сочетание товаров для всех жилых зон, мебель для кухни, спальни и гостиной, а также светильники, посуда и декор. Все оформлено так, что каждый покупатель может легко выбрать тот стиль, который ему больше подходит. Посетить магазин «Мебельный рай» и вдохновиться готовыми идеями вы можете по адресу: улица Магистральная, 26, верхняя трасса, торговый центр «Арбын». Сделать женщину счастливой очень просто. Достаточно преподнести ей элегантное украшение для предстоящей зимы – шубу из натурального меха. Выставка-продажа «Знатные меха» приглашает всех кызылчан и гостей столицы на большую ярмарку меховых изделий в торговый центр «Меридиан», второй этаж, по улице Ленина, дом 50. Невероятный ассортимент, от такого выбора нетрудно и потерять голову. Более 1000 моделей шуб из норки, лисы и мутона. От классики до авангарда есть и длинные, и укороченные модели, и шубы-трансформеры от 40 до 64 размера. Качество всех меховых изделий на выставке приятно удивит даже самого требовательного покупателя. Все шубы сертифицированы, и неспроста, ведь качество, как уверяют производители, это первый и главный аргумент для совершения покупки. Кстати, о покупках на выставке «Знатные меха» вы можете примерить, выбрать и купить понравившуюся шубку без опасения разорить семейный бюджет. Цена проблемой не станет. Здесь любой товар можно приобрести. Нашла шубу своей мечты, пойду оформлять ее в кредит. Для этого мне нужен только паспорт. «Знатные меха» знатно радуют. Все доступно, все качественно и все с гарантией на каждую шубу. Один год. Приходите, выставка продажи работает с 12 ноября по 18 ноября. Торговый центр «Меридиан», второй этаж, ежедневно с 10 утра и до 19 часов вечера. Займы под залог авто. Высокая оценка. Быстро и выгодно. Без справок о доходах и скрытых комиссий. 8-963-209-7000 ровно. По республике ожидается переменная облачность. Ночью местами небольшой снег, днем без осадков. Ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. Местами порывы до 14. В Кызыле переменная облачность. Ночью небольшой снег, днем без осадков. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 17, минус 19. Днем от минус 9 до минус 11. На дорогах гололедица. За правильными деньгами в правильные займы. Для новых клиентов выгодные предложения. Телефон 595 555.